отдохнешь еще. Ну да, здесь место хорошее. А мы пойдем на трассу. Ну понятно. Сейчас. Я на видео снимаю. Я делаю. Рома! Ну поделись впечатлениями для наших товарищей, все, которые здорово, не поехали. Все здорово, все дураки. Зря вы не поехали. Говори, говори. Видео. Новые ощущения. Новое мировосприятие. Мы попали в сказку. Мечты сбываются. Мы здесь. Не снимай. Но в нынешнем сезоне у него появился новый титульный спонсор, и раскраска грузовика изменилась, стал он бело-зеленым. Этого чемпионата на счету Йохина Кана уже 281 очко. Он одержал в состоявшихся гонках 9 побед, еще несколько. Знаменитый суточный марафон 24 часа Нюрбургринга. Ну а вот последние годы Маркус Эстрайк выступает в гонках грузовиков. Кстати говоря, по стопам Маркуса Эстрайка уже пошел его сын. И Эстрайк-младший выступает сейчас в немецком кубке Volkswagen Sirocco. Ну а Маркус Эстрайк-старший стартует с третьей позиции и делит вторую линию стартовой решетки со своим напарником по команде. И Йохин Кан, выступающий за командой Йохин Кан Control Racing Team на грузовике МАН. Йохин Кан на второй ступени подиума. Ваши аплодисменты. Ну и наконец победитель, пилот, стартовавший с полупозиции и лидировавший от первых до последних метров дистанции, испанец Антонио Альбасете! Антонио Альбасете под аплодисменты появляется на третьей ступени. Музыку. Что-нибудь другое включи.